Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. На материальную помощь могут рассчитывать родители детей от 3 до 7 лет, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Пособия положены также семьям, имеющим право на материнский капитал, и безработным гражданам, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка. Сотрудники соцзащиты дали разъяснение. На каждого ребенка половина прожиточного минимума, то есть чуть больше 6 тысяч рублей. Эти деньги могут получить только семьи с низким доходом, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Подать заявление на эту выплату можно с июня этого года. Однако перерасчет на каждого ребенка произведут с 1 января 2020-го. К нам могут обратиться за этой выплатой семьи, у которых душевой доход не превышает на каждого члена семьи 13 115 рублей, начиная с июня месяца. Заявление, ну, в связи с тем, что, значит, вот при такой ситуации, которая сейчас сложилась, заявление можно подать через государственный портал госуслуг. На помощь от государства могут рассчитывать семьи, имеющие детей до 3 лет, которые получили право на материнский капитал до 1 июля этого года. Выплата положена даже в том случае, если средства по сертификату полностью израсходованы. Эта выплата пойдет через управление пенсионного фонда. Она пойдет в размере 5000 рублей. И выплачивается она будет только 3 месяца. За апрель, май и июнь месяц 2020 года. Но обратиться за этой выплатой в управление пенсионного фонда можно до 1 октября. И еще одно пособие – 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка могут получить родители, которые в период эпидемии коронавируса потеряли работу. Эти деньги в течение 3 месяцев с апреля по июнь будет выплачивать Центр занятости населения. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.